Кардифф, Англия. Сюда приехала для очередного матча команда мастеров московского «Динамо». В честь прибывших гостей над зданием мэрии был поднят советский флаг. Блестящая игра в Лондоне с командой клуба «Челси» создала динамовцам в Англии исключительную популярность. Матч с профессиональной командой клуба «Кардифф Сити» ожидался здесь с огромным интересом. Среди зрителей много шахтеров. Город Кардифф – центр крупнейшего угольного района. Команда «Динамо» играет в своем обычном составе. Хомич, Радикорской, Семичастный, Станкевич, Леонид Соловьев, Блинков, Архангельской, Карцев, Бесков, Бобров, Сергей Соловьев. На центральной трибуне стадиона портрет товарища Сталина. Команда «Динамо» в голубых майках, команда «Кардифф Сити» в красных футболках и белых трусах. Капитан «Динамо» Семичастный вручил футболистам «Кардифф Сити» цветы. Кардивцы преподнесли москвичам шахтерские лампочки. Команда «Кардифф Сити» выступает в своем боевом составе. Она занимает третье место в розыгрыше на первенство Англии по футболу. Участников матча приветствовали посол Советского Союза в Англии товарищ Гусев и мэр города Кардифф господин Уиллс. Судья матча Артур Дэвис предлагает капитанам команд кинуть жребий для выбора стороны. Игра началась. Стадион Ниньен Парк, рассчитанный на 55 тысяч, сегодня вместил 90 тысяч зрителей. Сити славится стремительностью нападения и быстротой бега. Это сказалось с самого начала матча. Первые 5 минут кардивцы непрерывно атакуют ворота «Динамо». Вратарь Хомич ликвидировал первую атаку. Как всегда, с волнением следит за своими игроками тренер «Динамо» Михаил Якушин. Динамовцы взяли инициативу в свои руки. Голубые майки все чаще появляются на штрафной площадке Кардиффа. Острый комбинационный стиль москвичей оказался непривычным для кардиффцев. Нападение «Динамо» то и дело прорывает защиту англичан. Ворота Кардиффа в опасности. Девятая минута игры. Неожиданный прыжок
Бобров головой забивает первый гол. Счет 1-0. Команда «Кардив» начинает с середины поля. Атаки динамовцев следуют одна за другой. Прорыв. Второй гол. 2-0 в пользу «Динамо». Москвичи с новой силой рвутся к воротам «Карлика». Со счетом 3-0 в пользу «Динамо» закончился первый тайм. Второй тайм начали москвичи. Команда поменялись воротами. Футболисты «Кардив» стремятся отыграться, но безрезультатно. Игра по-прежнему у ворот «Кардива». Защита англичан не успевает следить за московскими форвардами. Снова гол. Когда «Динамо» довело счет до 8-0, англичанам удалось прорваться к воротам москвичей. Первый гол в ворота «Динамо». «Динамовцы» ответили на гол новой серии атак. Комбинация в центре поля кончилась стремительным ударом в ворота «Кардива». Со счетом 10-1 в пользу московского «Динамо» закончился этот исключительный матч.